Дед, вставай! Посмотри, как мало осталось твоих в этом честном строю. Дед, вставай! Через десятки годов, что за лица увидят мои поступки и правнуки, кем будет гордиться? Ты не встанешь, я знаю, но я пронесу твою честь. Ведь я твоя честь, ведь я твоя кровь, ведь я твоя память. Дед, я знаю, ты видишь, мы в строю. Здесь твой правнук с красавицей дочкой. И когда я уйду, станут внуки его, потому что так надо, и точка. Здравствуйте, граждане Великой России! Здравствуйте, участники всероссийской акции «Бессмертный полк». «Бессмертный полк» – акция, призванная сохранить память о Великой Отечественной войне, о каждом, кто, не жалея своей жизни, боролся за освобождение Родины. Она стартовала в городе Томск в 2012 году. В 2013 году к «Бессмертному полку» присоединились 120 городов и населенных пунктов России. И на сегодняшний день акцию поддерживают уже десятки регионов нашей страны. В этом году в рядах «Бессмертного полка» вступает и наше родное Коломыцинское сельское поселение. И будет день с улыбками, слезами, утихнет боль. Поймем мы, смерти нет, они всегда в строю, навеки с нами. В одном строю идут и внук, и дед. Мы пришли сюда, чтобы пронести портреты наших прадедов, дедов, отцов. Мы для того, чтобы каждый из них прошествовал рядом с нами, в одном полку. Вот они, кто в годы войны защищал нашу Родину от врага, ковал победу. На заводах растил хлеб. Они должны пройти победным строем. Слава героям Великой Победы! Все те, кому дорога память о фронтовых победителях, все те, чьи отцы, деды и прадеды воевали в Великой войне, все те, чьи близкие и родные погибли на фронтах этой страшной войны, у кого же нет и кого же нет с нами, и кто до сих пор остается с нами в одном строю? Непобежденные, непокоренные, бессмертным солдатам Великой Отечественной войны посвящается. Внимание! Колонна шествия бессмертного полка шагом марш! Ты не можешь, ты не должна стрелки на мгновение повернуть. Мы хотим не просто вспомнить имена, мы хотим глаза их взглянуть. По улице идут колонны бессмертного полка. Это патриотическая акция памяти тех ветеранов, которых уже нет с нами, но которые достойны пройти победным маршем 9 мая. Участники бессмертного полка – фронтовики, друженики тыла, малолетние узники фашистских лагерей, жители оккупационных деревень и городов, к счастью, и сейчас с нами. Это скромные люди, которые не думали, что в годы войны совершали подвиг. Это люди, чья жизнь в годы войны стала сплавом мужества, стойкости, самоутверждения и верности своей Родине. Именно им вы благодарны своей жизнью, им, фронтовикам. Слово предоставляется главе Коломыцинского сельского поселения Елене Петровне Кузуровой. Уважаемые односельчане, дорогие ветераны, труженики тыла, вдовы погибших в годы Великой Отечественной войны. В этот праздничный день, в день Великой Победы, разрешите мне поздравить всех тех, кто сегодня присутствует в нашем зале.
тех, кто сегодня не смог прийти к нам в этот зал. С праздником 71-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Мы склоняем головы перед подвигами героев огненных лет. Мы благодарим вас за бесценный дар, великую свободную страну, в которой можно жить, растить детей, радоваться настоящему и мечтать о будущем. Мы гордимся честью жить в одно время с вами, живым воплощением доблести, мужества, отваги и преданности. Я с гордостью и великим уважением назову имена ветеранов нашего поселения, которые сегодня с нами. Косухин Петр Михайлович, Михалюков Василий Константинович, Кочура Иван Дмитриевич, Городов Иван Харватьевич. Низкий поклон за мирное небо над головой. Примите самые искренние поздравления с 71-й годовщиной Великой Победы. Великая Отечественная война – это не просто хроника событий и летопись сражений. Она сложена из судеб россиян. Каждый фронтовик, каждый труженик тыла прошел собственный военный путь. Каждый вершил победу. Ценой своей юности, своей любви, своей жизни вы оплатили мир, нашу свободную жизнь. Победа никогда не бывает легкой, но великие испытания раскрывают силу и мужество народа. Крепкого вам здоровья, заботы близких и сердечного тепла в кругу семьи. Долгих лет жизни. С днем Великой Победы! Бессмертный полк опять стоит, участвует в торжественном параде. Портреты победителей несут бессмертие с приставленной награде. В проблевших снимках разных лет видна война и похоть для коленей. Грудь вортена за множество побед, за мир в стране, за многое столетие. На площади идет неровный строй. Их дети, внуки, вдовы и сироты. Для каждого из них он был герой. В атаку шел на вражеские дзоты. Победный гром салютов в вашу честь. Бессмертны в памяти людской остались. Святой была фашистам ваша месть. Вернуться с той войны не всем досталось. Бессмертный полк опять в строю. Нам не забыть о той войне далекой. Вы не щадили в битве жизнь свою. И уходили в вечность вы до срока. Память о ветеранах, ушедших от нас, не должна прерваться. Не должна предаться забвению. И бессмертный полк Коломойцевского сельского поселения яркое тому подтверждение. В колоннах бессмертного полка поселение 34 человека. И пусть ежегодно в центре нашего поселения, как символ незабвенной памяти людской, парадными колоннами идут вечно живые участники акции. И пусть ежегодно летят в праздничное небо только воздушные шары, как майский салют в честь наших дедов и прадедов. Просим всех пройти в памятной стеле. Еще раз,
дальше. Так, вы по краям, чтобы это вот сюда вот становитесь, смотришь. И фотографии на память. Смотри туда, Матюш. Портретик выше подними. Девчата, подходите в костюмах, чтобы это на память сфотографировать. Кто там? Светлана, подходите, чтобы на память сфотографировать с детьми с бессмертным полком. Пусть стала возле Матюши. Все, ваши ребятки, все цветы вот сюда, а с портрета мы заходим в зал через этот.